Дорогие друзья, 6 марта, Сукко, смотрите, это пляж Сукко, и говорят, что нету массовой гибели, просто птицы чомги. Я не буду считать, потому что мне хреново от того, что я вижу. Мне писали в Сукко, что, конечно, такого люди никогда не видели, но то, что сейчас вы можете увидеть, что здесь происходит, это просто, ну, какой-то Без каких-либо эпитетов, я не знаю, материться хочется. Сейчас мат запретили у нас в интернете, но, знаете, я очень сильно матерюсь. То есть я такого количества даже на наших пляжах не встречал мертвой птицы. То есть это, если это не экологическое бедствие, то где экологическая катастрофа? Вы просто посмотрите, их тут десятками просто в одном месте чомг. При этом мы шли до этого, там пляж находится, смена, он идеально чистый, там нету ни птиц мертвых, никого. Вот они кто, докуда смог, до туда и дополз. Валяются везде, просто по всему берегу. Это что за жесть? Это просто ужас какой-то. У меня нет слов. Смотрите, дальше там вон тоже лежат трупы птиц везде. Я такого никогда еще не видел. Я честно, я не знаю, как не материться, как вообще не высказывать свою позицию по этому поводу. Если экологи всего Краснодарского края говорят о том, что нету массовой гибели птиц, это пляж Сукко. Смотрите, 6 марта. Отправьте этим мудакам вот эти вот видеосюжеты, пускай они скажут, что нету массовой гибели птиц. Вы что? Что происходит в этом мире? Вообще пиздец просто. Ужас, я такого, отвечаю, никогда не видел. Я думал, что, ну, как масштаб бедствия гораздо меньше. Здесь мы видим просто ужас ужасный. То, что происходит, это что-то ненормальное, нереальное, неправильное. Здравствуйте. Это ваше? Вообще ужас просто какой-то. Ребят, это трэш. То есть это весь берег Сукко просто завален трупами птиц. Смотрите, сколько их здесь. Как же так-то? Смотрите, просто все перемешано. Мне прям вообще нехорошо становится от того, что я вижу. И чайки вам, пожалуйста, тут не только чомга. То есть и люди, ну, как бы ходят вдоль трупов птиц по пляжам. То есть фоткаются. Прикольно. Офигеть. Вот это писец просто. Смотрите, сколько трупов. Они здесь везде. Посмотрите, кто-то их пытался или собирать, или что-то. Он тоже. Я не знаю даже сколько. Если это не массовая гибель птиц, то как это вообще? Что это вообще? Смотрите, сколько здесь. То есть это весь пляж в чомге, в мертвом. Вон он лежит. Везде, где только можно. Офигеть. Смотрите дальше. Просто трупы, трупы, трупы птиц. Офигеть. Просто жесть. Офигеть. Офигеть. Просто ужас, ребят. У меня нет слов, у меня одни эмоции. Я даже не знаю, вот что передать всем тем, этим экологам, которые говорят, что это не массовая гибель, просто птицы. Это просто ты идешь, и весь пляж просто в дохлых птицах. Смотрите, что происходит. Ах. Продолжаем. Сел немножко на телефон, я не доследил за зарядом. Смотрите, мы идем дальше вдоль берега и наблюдаем просто, ну, по словам наших экологов, не массовую гибель птиц. Я вот сколько мы ходим, нас даже видите, я думал, что много погибает птиц, но такого количества мы, в принципе, не видели ни разу. Посмотрите, что происходит. Трубы. Сейчас просто в смену заехали дети. Мы сегодня смотрели, там у них прямо большое количество машин, и поэтому у них пляжи убрали. Да? А здесь, о, смотрите, это баклан, походу, да, большой такой, прям огромный. А здесь, ну, как бы, на соседнем пляже пускай разлагаются птицы, лежат. То есть, ну, вы хоть уберите это, пожалуйста, блин, власти наши должны же быть какие-то, которые должны отвечать за эти пляжи. Это вообще, по идее, относится к Министерству обороны пляжи.
И почему их не убирают, прям большой секрет для меня. Вон везде, через каждый шаг просто мертвые птицы. Ой, там еще больше. Каждый сантиметр этого пляжа приносит доход. Да, продается все, и то есть, ну, все в аренде. Здесь еще одна мертвая птица. Смотрите, здесь прям какое-то кладбище еще возле этой реки. Просто ужас творится, вот смотрите. Да, вторая. Еще один баклан. Очень большой. То есть тут уже не только чонка, друзья, тут еще и бакланы. Мы также находили много чаек погибших. Смотрите. Просто вот еще лежит птица. Вот еще. То есть тут еще много птиц может быть засыпано просто камнями, потому что, как это правильно сказать, шторм сейчас был, да, и их трупы присыпают камнями. Это ужасное зрелище. Смотрите, здесь вообще кладбище. Сколько 6 сразу переплетенных птиц между собой. Они гниют, мухи. Собаки, я думаю, приносят, приходят и растягивают. Прости. Смотрите туда дальше. Там еще целый остров сдохлых птиц. Вот они лежат. Ужасное зрелище, друзья.